Всем привет, и сегодня у меня довольно необычная вещь, впрочем, как и в последнее время. Думаю, пользователи современных флагманов очень страдают из-за того, что батарею смартфон держит плохо, и дай бог, чтобы на рабочий день хватило. По крайней мере, в моем случае именно так. Я всегда с собой в довесок обычно беру зарядку и пауэрбэнк на случай форс-мажора. Короче, барабанная дробь, и вашему вниманию представляю JuicePak Air. Это защитный чехол-аккумулятор от Mophie, или как-то так. Эта компания делает такие штуки только для iPhone и Samsung. И я думаю, это связано с ценой. На 5 или 5S, например, такой девайс можно найти от 3300, а на шестерку уже от 4000 рублей. В моем случае чехол черный, из приятного бархатистого пластика. Бывает еще белый и красный. Смартфон садится внутрь надежно, сверху накрывается крышкой, да и все. Самое главное, это попасть в гнездо рычажка беззвучного режима. А то работать просто-напросто не будет. Экран загорается, громкость прибавляется. Проблем вообще никаких нет. Спереди внизу динамик и микрофон. Кстати, с динамиком в лицо фильмы на телефоне смотреть даже удобнее. Не приходится делать эдакую ракушку, чтобы звук доносился до меня, а не до кого-то рядом находящегося. Во время разговора по телефону с таким чехлом собеседник меня слышит хорошо. Снизу разъем microUSB для зарядки аккумулятора. Это, кстати, очень удобно в случае, когда у вас сядет и телефон, и чехол одновременно. Ну, бывает такое, с вечера поставить забыли или просидели, как я, например, в Mortal Kombat весь день. В общем, зарядку долго искать не придется. Рядышком разъем под наушники, и в комплекте есть специальный переходник, потому что разъем с таким чехлом получился просто бездонным. Хотя мои оригинальные наушники и без него хорошо залезают. Ну и на задней части расположился ползунок для включения, 4 светодиода и кнопка для проверки оставшегося заряда батареи самого чехла. Емкость аккумулятора здесь 2750, в то время как на моем iPhone 6 всего 1810. Другими словами, телефон таким устройством можно зарядить примерно полтора раза. Официальную информацию, сколько это в часах, вывожу на экран. В целом, такой чехол – вещь удобная и нужная, дополнительных проводов с ним брать не придется, и это приятно. Но габариты, конечно. Шестерка аппарат не самый маленький, а с таким чехлом выглядит как 6+, только еще и толще. Хотя, с другой стороны, а как иначе? Друзья, комментарии для вас открыты, пишите, хотели бы вы себе такой и что думаете о его полезности. А прямо под видео палец вверх, на него надо нажать, и на красные буквы с квадратиком рядышком тоже. Всем спасибо и до скорого!